Впервые в Ногайском районе прошел этнофестиваль ногайского чая. Автором и организатором проекта выступила ГТРК «Карачаево-Черкесия». Аула «Дельхалк» на один день стал колоритной национальной площадкой с различными угощениями. Как прошел фестиваль, расскажет Дарья Тендит. Подготовка к фестивалю началась ранним утром. Для того, чтобы порадовать гостей вкусной домашней выпечкой и ногайским чаем, кулинарных дел мастерицы Ногайского района проснулись с восходом солнца. Замесили тесто на вкуснейшие баурсаки и приготовили десятки литров традиционного национального напитка. Гостей также угощали домашним сыром, медом и другими яствами. Рецепт это просто от души делается, как говорится. Просто обычный чай, ну, заваривается плиточный, и сметану туда добавляем, соль, чуть перца добавляем. И это называется у нас новый чай. Ногайцы – тюркский народ Северного Кавказа. Он славится своим радушием и гостеприимством. Первое, с чем знакомят своих гостей ногайцы – это национальный чай. Без него не обходится ни один праздник народа. Напиток подают в пиалах с медом и маслом. Ногайский чай – удивительный напиток с богатейшей историей. Его полезные свойства ученые подтверждают и сегодня. Этот напиток известен как бодрящий, продлевающий жизнь и здоровье напиток. Приготовить его вы, конечно, можете и дома, но заменить ногайское гостеприимство вам, к сожалению, не удастся. Зато вы сможете насладиться прекрасным вкусом и насытить ваш организм полезными элементами. Приятного аппетита! Гостям фестиваля также провели экскурсию и рассказали о традиционном жилище кочующих ногайцев – юрте. Слева от входа в нее расположена мужская половина, справа – женская. Почетное место занимал глава семьи и гости. Сейчас ногайцы, конечно же, живут в домах, но традиции свои чтят и помнят. Ногайская юрта преобладает прежде всего тем, что когда приходят в гости, угостить прежде всего ногайским чаем. Потому что независимо он уставший, голодный или только что поел, задача показать ногайцев гостеприимным. Здесь должно быть уютно, как для тех жителей, которые здесь живут, а также и для гостей, которые были приглашены. В рамках фестиваля состоялась презентация портала «Ногайский дом», а приглашенные творческие коллективы представили свои яркие танцевальные и музыкальные номера в национальных ногайских костюмах. Главное правило, которого придерживается этот народ – гость и друг – это одно и то же, а другу полагается все самое лучшее. Поэтому каждый гость смог насладиться всеми прелестями этого фестиваля. Почетных гостей наградили призами и отметили дипломами. Хотим выразить большую, огромную благодарность за то, что нас пригласили, что мы были участниками и гостями этого фестиваля. Нам очень все понравилось. Вот тема очень актуальна сейчас. Поддерживаем бурными аплодисментами. Сохранение наших традиций. Хотим тоже себе позаимствовать даже этот как бы праздник, пускай даже не в таком формате, как он сейчас проводится здесь. Вот, очень большое спасибо. Мы узнали в Дагестане, что проходит такой фестиваль, и мы собрались и приехали просто с подругой уже как бы по собственной инициативе посмотреть, как что будет. Было все тоже очень вкусно. Спасибо девочкам, которые работают в клубе, которые приготовили вот такие вкусные вещи. Вот и подошел к концу этот прекрасный, вкусный фестиваль ногайского чая. Каждый житель смог попробовать вкуснейшие баурсаки и насладиться приятным вкусом традиционного напитка ногайского чая. Дарья Тендит, Олег Балкожев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Ногайский район.